Всем привет, с вами Стрэм, канал Рухард Проджект, и мы продолжаем помогать Сарею спасти девушку, которую он нашел в древних руинах. Сразу хочу извиниться немножко, у меня может чуть-чуть меняться голос, потому что я немножко приболел, и говорить мне в принципе трудно, но надеюсь, все-таки это не помешает мне до конца доиграть эти 30 минут, которые отведены на эту серию. И так, что здесь есть интересного? Так, этот монолит же мы нашли. Нет. Нет, этот монолит мы еще не изучали. Защита. Если противник защищается, до следующего вашего действия скорость восстановления СД снижается вдвое. Если враг успешно заблокировал ваш первый удар, скорее всего, он сумеет заблокировать и последующие. Не стоит раз за разом бездумно атаковать. Имейте в виду, это правило относится и к вашим врагам. Защита – отличный способ подорвать их СД. Угу, хорошо. Запомним. А, вот и наша девочка, собственно, бежит. Вон она. И нам нужно как-то попасть бы на ту сторону. Так, снова Хелион нас встречает наверху. Чтобы защищаться, нажмите X. Так вражеские атаки будут наносить вам заметно меньше урона. А также реже сумеют вас ошеломить. Каждая заблокированная атака восстанавливает вашу СД, нужную для комбо. Так, давайте попробуем блокировать. И при блоке, если мы нажимаем, точнее, используем стик, то наш персонаж вот так вот кайтит. Так, я думаю, это нам пригодится. Так, еще одна победа в нашу копилочку. Очки здоровья. Полученный урон снижает ваши очки здоровья. Если АЗ опустится до нуля, персонаж будет нокаутирован. Если нокаутирована вся команда, бой проигран. Угу. Хорошо. Так, и здесь у нас яблочное желе. Еще одна штучка. Так. Куда же нам нужно? Нам нужно налево. Так, еще. Еще один Хелион. По лицу Сарей все же получает у нас. 450 уже осталось. И еще одна победа в нашу копилочку. Не, ну рисовка все-таки классная, и надеюсь, что вот эта вот игра, она станет, наверное, не знаю, примером для японских разработчиков. Так как в Стиме она получила 92, если мне память не изменяет, процента положительных отзывов. И надеюсь, подобные игры будут чаще выходить на ПК. Для быстрого шага нажмите X и используйте стик. Ну так, с этим уже разобрались. Это я и так уже использую. А во время боя буду лучше молчать, потому что здесь нужно как-то пытаться со всем этим разобраться.
не все так просто, как кажется на первый взгляд. Характеристики, снаряжение повышены у обоих наших персонажей. Свободный бег. Чтобы свободно бежать, нажмите LT. Вы сможете занять любую позицию на поле боя. Во время свободного бега SD не восстанавливается. То есть можно как-то менять свою позицию на поле боя только... Ну, то есть не только вперед-назад бегать. Здесь никого нету. Все чисто. Получен древний обод. Обод, найденный в древних руинах, увеличивает скорость использования приемов Серафима, а также их силу. Так, ну это у нас для Миклео. Мастерство владения снаряжением. Чтобы улучшить мастерство владения предметом снаряжения, выберите этот предмет и одержите несколько побед в бою. Наибольший уровень мастерства для предмета 5. Побеждайте в славных битвах, выбрав свое любимое или не очень снаряжение. Ага, то есть вот у нас меч апнулся, у него теперь одна звездочка, но я не вижу, чтобы как-то изменились характеристики, атаки больше не стало, победа плюс тоже ничего особо не изменил. Титулы. Можно рассматривать титул как особый предмет снаряжения, при использовании которых улучшаются характеристики персонажа. Если получить новый уровень или завершить событие с выбранным титулом, его мастерство возрастет и станут доступны новые навыки. Стремительный мечник. Титул искусного мечника, который быстро перемещается по полю боя, нанося неожиданные удары. Танцор меча. Титул ловкого мечника, играющего со своими врагами, проворно обходя их защиту. Владелец магического меча. Титул того, кто использует основы магии и стихии, удерживая меч в левой руке. Ну, наверное, все-таки стремительный мечник мне подходит больше. И что мы нашли? Мы нашли обод. Вот у древнего обода у этого у нас... Плюс 4 к защите от приемов. Довольно приятный бонус, наверное, и Миклео он должен понравиться. Так, никого нет. Что это? За что? Я, пожалуй, возьму это. Если будешь играть с этой штукой, нам никогда не выбраться отсюда. А там, когда мы вернемся. Как скажешь. Так, и вот, еще один сундучок у нас. Кажется, мы близко. Но на самом деле, так далеко. Думаешь, мы можем допрыгнуть? Есть только один способ это узнать. Так, монумент. Чем ниже сила духа, тем больше урон вы наносите врагу. Но обычно пользоваться этим не стоит. Чем больше у вас ОСД, тем быстрее они восстанавливаются. А значит, низкое СД медленно восстанавливается. Лучше поддерживать постоянно высокий уровень СД, чем атаковать, пока она не опустится до нуля. Конечно, иногда идти ва-банк очень выгодно, например, если враг оглушен. Во всем нужна мера. Да, во всем должен быть баланс в этом мире. Получен флакон жизни. Чудесное средство. Снимает эффект нокаута с одного соратника в бою. То есть, если кто-то там надумает умереть, то это дело его как бы приведет в чувство. Ладно, может быть и нет. Эй, осторожно! Не пугай меня так. Прости. Похоже, через верхний этаж пройти на эту сторону невозможно. Нужно снова проверить внизу. Хорошо, отсюда мы точно не допрыгнем. Где-то должна быть точка соединения. Давай вернемся и поищем.
Ты же не хочешь сказать? А? Вот, взгляни. Ну же, посмотри внимательнее. Перестань, у нас нет на это времени. Завязывай с этими играми, ладно? О, позволь, я тебе объясню. Как видишь... Ладно, забудь. Давай просто вернемся назад. Ты никогда не мог справиться с поражением. Так, травка. Лаванда увеличивает силу атаки на 2, повышает урон боевых приемов и тайных приемов. Также восстанавливает ОЗ и ОСД. Да вы смотрите, там как бы ничего по сути нет, но что-то как бы и есть. Не знаю, пыль это грязь. Ты уже разобрался, Микаэл? Сложно сказать, идем. Так, все-таки там явно что-то есть. Причем и что-то висящее в воздухе. Так, нам нужно теперь просто спуститься вниз, наверное. Так, а лучше, наверное, не просто спуститься вниз, но еще и засейвиться. Так. Да, вот, там определенно что-то есть. Что как бы висит в воздухе. Ясно. Значит, вот в чем дело. Ты по-прежнему не догадался, да? А, там снизу поднимается лестница. Кто бы мог подумать, что можно ходить по воздуху. А, там что-то явно лежит. В воздухе висит. Не знаю, пыль там. Кто бы мог подумать, что можно ходить по воздуху? Или что здесь есть невидимый мост? Думаешь, он выдержит вес человека? Надо же, какой ты сегодня проницательный. Неплохо для разнообразия. Угу. А вот и мост. Хоть он странный. Обнаружение интересных мест. Посмотреть. Обнаружена новая находка. Невидимый мост. Находки. В каждом районе есть находки. Точки, указывающие на что-то важное или интересное. Если вы рядом с находкой, но не можете понять, где она, используйте правый стик, чтобы осмотреться. У точки сохранения или находки в левом нижнем углу экрана может появиться совет нажать кнопку Back. Нажав ее, вы запустите ролик с полезным или веселым разговором. С полезным или веселым разговором персонажа. Потрясающий мост. Открытие Сарея. Потрясающий мост. Как, по-твоему, его создали? Думаю, люди на такое не способны. Так что этот мост существует еще с эры богов? Не исключено, но так или иначе. Здесь не обошлось без помощи то ли серафимов, таких как я, то ли еще кого-то. Кто бы это ни был, он не хотел, чтобы кто-то попал на ту сторону. Путь перед нами ведет в Элизию. Это объясняет, почему тот, кто это сделал, хотел защитить. В прошлом любой паломник, оказавшийся в этом храме, просто решил бы, что пересечь эту пропасть невозможно. Как и мы, буквально несколько минут назад. Но ты быстро все понял. Твоя интуиция всегда меня поражала. Да? Тем, насколько редко ты ее проявляешь. Ну вот, я знал, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Так, то есть у нас смысл искать такие вот места, тайные, секретные. Они нам дают немножко больше понять о сюжете. Например, мы знаем, что у нас Миклео и Серафим. Так думаешь, мне стоит с ней разговаривать? Да разве ты послушаешь, если я скажу нет? Конечно, нет. Поэтому...
Возможно, стоит еще раз все обдумать. Эй! Ты в порядке? Я была в лесу, и вдруг... Ты не это ищешь? Да, она совершенно точно человек. Рад, что с тобой все в порядке. Прости, что побеспокоила, а ты... Твое имя. О, точно, мое имя. Я Сарей. Сарей? Ага, рад познакомиться. Рада встрече. Поблизости можно где-нибудь отдохнуть? Мне нужно подготовиться к возвращению в столицу. Ты из столицы? Если хочешь, можешь отдохнуть в моей деревне. Сарей, ты спятил? А это точно будет удобно? Ты меня едва знаешь. Я не могу бросить человека в беде. Вот и все. Ты не заметил, что она тебе даже имени своего не назвала? Осторожность не повредит. Ты даже не спросишь, как меня зовут? Ты уверен? У каждого могут быть свои тайны. Ты не похож на плохого человека. Твоя доброта не знает границ, Сарей. Дед нам задаст, когда мы вернемся. Я знаю. Нанико? Да? Нет, ничего, не обращай внимания. В общем, там выход. Нам надо идти. А, вот как. Хорошую девочку-то мы спасли. Ценю твою заботу, я в порядке. Веди, я за тобой. Хорошо, нам нужно найти способ вернуться домой. И, судя по карте, способ у нас этот, вот он. Прям-таки здесь. Не хочу напоминать тебе, но лучше не спускать глаз этой девушки. Жаль, что мы не познакомились при других обстоятельствах. Ты и правда неисправимый оптимист. Уф, добрались в целости и сохранности. Вот это да, как красиво. Как храм из мифов. Я даже не удивлюсь, если встречу здесь Серафимов. Ты правда называешь их Серафимами? Что-то не так? Нет. Высшие существа, божества, духи, все, что люди не могут увидеть или объяснить, они почитают и называют серафимами. Да но. Это же из Небесного Писания. Точку. Ты тоже его читал? Ага. Постой, ты тоже? Я постоянно читала его в детстве. До деревни рукой подать. Идем. Хорошо. Прям встретились две родственные души, которым нравится одно и то же. Так значит, Небесное Писание — детская книга?
Ну, ты сказала, что читала ее в детстве. Взрослые тоже ее читают. Я была начитанным ребенком. Да? Что ж, любопытно. То есть это невероятная книга. Да. Похоже, кто-то отлично проводит время. Это моя деревня, Элизия. Итак, это не Камлан, это Элизия. Значит, слухи не оправдались. Так, что у нас по карте? Идем мы в правильном направлении. Приближаемся к деревне Серафимов. Что это за существа? Какие еще существа? Это же козы. Козы? Они всегда такие большие? Так. Обнаружение интересных мест. Что это? Обнаружена новая находка. Хайлендская коза. Вот это рога. Будто у драконов из легенд. Как в сказках, что ли? Ты бесподобна. Лучше не подходи, дикий зверь. Вроде этого может быть очень опасен. А, не беспокойся, мы друзья. Ну, почти. Когда я был маленький, они меня пару раз пинали. Вы друзья? Да, иногда они дают молоко. Я из него готовлю. Для всех сыр и йогурт. Да, это праздник настоящий. Да, это признак настоящей дружбы. Именно так. Самой крепкой. И АД повышается на 1. То есть такие даже места, вот как вот эти козы, они нам помогают в бою, открывают какие-то новые интересные диалоги и дают стимул к исследованию мира. И диалоги, кстати, довольно-таки занятные. С удовольствием их читаю. Я пойду расскажу все деду. Похоже, не удастся сохранить все в тайне. Ты зайдешь позже? Да. Эй, привет, друзья! Я хочу вас кое с кем познакомить. Эй, моя семья. Мы все живем в этом храме. Это моя семья. Это, какое-то представление? Ладно, пустяки. Не обращай внимания. А ты забавный. Пожалуй. Это мой дом. Ты пока отдохни, а мне нужно кое-что сделать. Ты не против, если я пройдусь по деревне? Да, конечно. Только веди себя хорошо. Конечно, буду. Я буду вести себя, как в храме Серафимов. Да, именно. Постараюсь вести себя тихо. Так, ладно, надеюсь, мы с дедом хорошо поговорили. Так, это у нас Элизия, дом Серафимов, и теперь мы, исходя из тех тайных мест, которые мы нашли, можем сделать уже некоторые определенные выводы. А на мосту Миклео сказал, что он Серафим, и все из тайного писания мы знаем, что Серафимы — это те, то есть это у нас боги, духи и прочее, чего люди не видят, и поэтому неудивительно, что... Она не видит всего этого, но непонятно, почему видит все это Сарей. Здесь все такое естественное.
такое нетронутое. Кто бы мог представить, что в мире еще остались такие уголки? Давайте немножко поговорим с людьми, может быть, еще что-то сюжетное узнаем. Очень жаль, что приходится об этом говорить, но тебе нужно отправить ее обратно, и как можно скорее. Так будет лучше для всех присутствующих. Понимаешь, о чем я, Сэрэй? Мы невидимы для людей. Уже сам факт того, что ты можешь жить рядом с нами, делает тебя особенным. Угу. А в каком плане? Почему? Сэрэй, я знаю, что говорю это часто, но тебе нужно быть осторожнее с хелионами. Это может отогнать... Их можно отогнать прочь, но от них не избавишься насовсем. К сожалению, мы серафимы, не обладаем силой, способной очистить их. Мы только можем отгонять их. Небось опять рыскали по этим руинам вместе с Мклео. Еще человеческую девушку притащили. Пока это ваша самая ценная находка, так ведь? Ну, в принципе, да, кроме перчатки, наверное. Что если эта девушка рыцарь? Предназначение рыцаря — сражаться. Нам не опасно находиться рядом с ней? Думаю, нет. Она же милая, в принципе. Не думаю, что она опасна. Эй, кто-нибудь еще это почувствовал? Какое-то возмущение в дедовой ауре? Или мне просто показалось? Это просто великолепно, Сэрэй. Полагаю, именно так подумало бы большинство людей. Так, вот... изменения в дедовой ауре. Как-то меня это немножко настораживает. Как бы сейчас люлей не получить. Человеческая девушка в Элизии. Такого крупного события не происходило в этих краях с тех пор, как дед появился здесь вместе с малышами Сэрэем и Мклео. Угу. То есть, если учесть, что я человек, то это... Сколько ему лет-то? Лет, наверное, 15, 16, может быть, 14. И вот, все это время здесь не было ни одного человека, судя по всему. Мне наплевать на людей, не обладающих резонансом. Нас она не видит и совсем скоро просто уйдет. Разве не так? Резонанс, значит, это способность видеть, наверное, вот этих серафимов, если я правильно понял. Что ж, давайте сохранимся. Нет, сначала мы возьмем ништячок, посмотрим, что у нас здесь. Обычный жилет. Так, серьги есть. Ага. Вот это да, вот это хорошо. Прямо у дома. Какого дома? Причем дом Сэрэя возле своего же дома. Зачем я сюда его положил? То есть сундук-то явно мой. Вот, и значит, жилетик-то тоже мой. Ладно, не суть. Ну что, сохраняемся, и на этом вторую серию мы закончим. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал. Всем пока!